Так, ну что, ребятки, всех снова приветствую. Это уже шестая часть нашей истории про Рота-Паладина. На данный момент мы уже имеем 234-й item level. То есть какие-то шмотки я уже прикупил. И это условно за 6 дней игры, как бы мы уже получили такого паладина, который уже может бегать в рейды, в принципе, танчить. Поэтому у нас цель бегать по РБКшкам. Опять же, то есть совсем скоро уже будет у нас 200 жетонов воина за пределы и купить себе первую Т4 шмотку. Ну и тем самым, как бы, потихонечку какие-то, может быть, шмотки покупать на аукционе и шмотки за УД. Вот я уже взял и приобрел себе реликвию 264. Так что всем приятного просмотра. Лайк, колокольчик, подписочка всегда приветствуется. Также я настроил у себя вашки. Потому что было максимально неудобно, когда я не видел, есть ли у меня мои бафы или же нету этих бафов. Вот, и теперь я буду видеть у себя бафы. Очень удобная штука. То есть, допустим, у меня что-то закончилось там из бафов. Знаете, допустим, там, как она называется, это печать повиновения. Я нажимаю вот сюда, она повесилась. Вот сюда нажимаю, она повесилась. Вот сюда нажимаю, она повесилась. Ну, пушечно. На самом деле очень удобно. Сегодня пойдем с вами по РБКшкам. Сейчас посмотрим, что у нас на аукционе ушло. Вообще ушло ли что-то с аукциона или нифига. Так, с аукциона прочистки ни хрена. А, да нет, много чего ушло. Много чего ушло. На руках 7800 имеем. 7... Ух, что? У меня ж полиролики ушли. Итого, посмотрите, когда ты бегаешь по РБКшкам... И падают всякие тебе полиролики. Вот такие вот. Желтые, как я уже говорил, там красные. Вот мне упало в одном подземелье красно, падает по 3 штуки. И я поднял 6000 золота только с одной РБКшки. Но уже приятно. Уже на руках 15600. Уже надо потихоньку начинать качать профы, мне кажется. Это ювелирку будем качать. Будем качать кузнечку. И кожевку мне еще подсказывали. А потом с наложением чар я еще не решил, что мы будем делать. То есть уже есть голда, уже потихонечку можно выкачивать профы. То есть я вообще думаю сейчас купить нам чарочки какие-нибудь. Чарочки, то есть на голову нам нужна такая вот чарка. А, подождите-ка, она за репу серебряного авангарда, да? Сколько вот это? Великое начертание рога быка. Ёпарасете, что за словечки? Ну, 2900 пока что дороговато. Все характеристики на грудину у меня, по-моему, есть. Нет у меня, получается, покупаем ее 900 голды. Так, есть еще такая вот чарочка. Но они тоже пока что стоят дорого. Я не знаю, есть ли нам вариант брать. Может быть, наружу вот такие чары взять. Что это нам делает? Это повышает меткость. Хорошо, покупаем тогда наружу. Обшивка считать титановыми пластинами. Лечит показатель блокира на 81 и уменьшаемое время действия разоружения на 50%. О, это мне нужно. Это покупаем. Получается, это мы все купили. Сейчас эти чарочки одеваем. Голдишки подфармили. Да, конечно. Ушло у нас денег, конечно, прилично. Но ничего. И по итогу, что мы имеем? Меткости мы очень много. Поэтому сейчас будем менять камушки. Ну что, раскидываем касочки. Ух, ребята, сейчас вот это пати, конечно. Что они сейчас мне устроят? Где двойники? Не пойму. А вот он. Так, Снубыча Агр, интересно, удержим. Мужчина 277-го айтем левела. Ну, пока что Агр держим. Я смотрю. Снубыча Агр забираем. Главное за всем этим следить. Много ягрить, ребят, не буду. Какой-то гачи пати. Да ладно тебе. Так, ну, Агр, я прям удивлен, что я держу Агр Снубыча. Я понимаю, что он не сильно крутит цифры. Но, блин, меня сейчас тут отпинают, ребят. У меня никакого сейва нету. Самая большая моя пачка за всю жизнь, ребят. Пробивают, но очень больно меня. Да, о чем я говорил. Ребята просто влетели сильно. Паладринчик у нас один отъехал. Ну ладно, не страшно. Что-то я себя переоценил как-то. Так, еще один босс пал. Что по луту? Ай, не упала красная полироль, обидно. Но упал фрагмент Сердолика. Тоже приятно на самом деле. Почему мне так больно?
очень больно, ребят. Не, я понимаю, что я, может быть, да не может быть, я много чего хочу, чтобы без Т4 держать тягр таких вот мутантов, но... Но ничего, в надежде, что выпадет хоть какая-то шмотка, но в любом случае будем покупать себе Т4. Т4 в любом случае покупать будем, и уже будет поприятнее играть. Так, лужу отдаем. Нубы чагр забирает. Сальву, если да, мне кажется, это не поможет. Все равно. Вроде бы помогает пока что. Ох, это кто хила так сбрил? За что вы так с хилом? Не, ну мы живем. Ух, ну что, можно, пожалуйста, красную полироль? Спасибо большое, не повезло, не фартануло. Не везет нам на полироли, конечно же. Ой-ой-ой-ой-ой, какое колечко-то вкусное. А, блокирование мастере, ну... Колечко-то хорошее. Возьмем его, если что, потом мы его поменяем. Танков мало из-за токсичного комьюнити. Но смотрите, ребят, вот я вот бегаю, сколько, да, в РБКшке, да, допустим, без стрима несколько РБКшек сбегал, чтобы проверить, как это работает. Да, попадался с подписчиками зачастую, но ни одного хейта не видел в свою сторону, типа, что там, о, танк там урод, плохо танчит, и 5-10 не замечал. Может быть, мне везет настолько, я не знаю. Просто нужно попроще к этому относиться, то есть, как бы... Я, допустим, я бы на это бы внимания не обращал бы. Я бы на это внимания не обращал бы. Может быть, типа, меня не хейтят, потому что они знают меня как стримера, а ничего не говорят. Типа, ну, как бы, не знаю. Может быть, из-за этого. Но прикол в том, что, блин, если вас так хейтят, парни, да не обращайте вы внимания. Вы приходите в игру, чтобы получить удовольствие. И, условно, у человека должна же быть, не знаю, хоть какая-то логика в голове, что ты учишься играть за танка. Ты только учишься, ты только пробуешь. Типа, если ты будешь хейтить, ты, наоборот, ты не замотивируешь, ты его не поддержишь, что ты говоришь ему гадости. И не будут ребята играть на танках. Вот и все. Просто если приходите в игру, помните одно золотое правило. Вы приходите в игру, чтобы получить удовольствие. И если слушать какое-то чужое мнение, что вы что-то делаете плохо, тогда смысл играть. Смысл играть. Типа, если человек думает, что он киберспортсмен, что он, допустим, взял этого чара и будет играть всегда на все 100%, будет выдавать миллиарды ПСа. Это вот как сейчас, да? В пати со мной ДКшка 277-го, я бы... Сидел бы, психовал бы. У меня не получается агр держать, да? Но это же ж не дело. Ну вот я агр не могу забрать с нубыча. Он же ж не орет ничего. Танк там, урод там и так далее. Я уже просто наготове на него кнопки жать. Опс, обратно забрал. Не сработало, прикиньте. Ага. Ну дай. Ай, оранжевая, я уже обрадовался. Думал, как красная полиролька упала. Колечко, как у меня, опять же, упало. Ну не повезло опять. Не повезло опять. Фрагмент сердолика и оранжевый фрагмент. Да. Печать надо на хилочку поставить, чтобы отхиливаться. Ой, ГГ нахер. Ай ты, блин. Ужас. Что происходит? Я не понимаю, парни, что происходит вообще? Что происходит? Где мой диван? Диван, диван, что это такое? Диван, где ты? Диван, ты где? Диван, что такое диван? А, у меня нету этой гады. А, нет, есть. Нету. Ох ты, блин. Красная полироль. Класс, красная полироль. Красная полироль, упади. Надо очень сильно. Очень-очень-очень-очень-очень надо. Упади, умоляю. Умоляю, ну надо, ну по факту, ну очень сильно надо. 6000 золота, лишними не будут. Надо качать профы. Давайте, нужны бабки. Погнали. Красная полироль, упади. Нужна только красная полироль. Так, это грудина. Ну, я, кстати, возьму ее. Это на хила не надо. Это не надо. Что за лут? Да ну за что? Ну почему не падает красный? Ну хотя бы упал мне сердолик, уже приятно. Так, плечики. О, плечики на танка упало, мы тоже их берем. Защита около... Вот, я ни одного пока шмота не вижу с мастере. Я пока ни одного, вот сколько бегаю по РБКшкам, я ни одного, ни одной шмотки не видел с мастерки. Типа, где мастере? Вот, упало кольцо, защита, блок щитом, уклонение, потом меч упал, защита, парирование, меткость, грудина. Нету, блин. Где это берется вообще? Где мне столько мастерки-то взять? Вот тут мнения постоянно разделяются. Что? Иди в жопу, блин, красная полироль.
Ноль полиролик за сегодняшний день. Грустно. Ожидал, что хотя бы упадет одна красная, но, к сожалению, мы закрыли все новые РБКшки, а полиролик новых упало. Ну, красных упало ноль. То есть у нас на сегодня цель — это добить 200 жетонов воина за пределы, чтобы купить Т4 шмотку. Мы решили все-таки, что мы купим сначала себе плечи, вот, и будем потом, на следующей неделе мы пойдем с вами в Каражан. Если выпадет голова, то будет великолепно. До этого времени мы подпарим еще жетонов воина за пределы. То есть, если мы выбьем голову, у нас будет уже 2-4, это плечи и голова. Потом купим кисти, вот, или же купим себе ноги, потому что мне ребята подсказали, что нонсет, опять же, шупрота пала, это Т4 шмотку, которую мы не носим, это грудь. То есть из 5 шмоток мы не носим 5-ю, это грудь. 6-я часть протопала, что мы уже к этому моменту имеем, это 234-й гир. Это мы купим за жетоны воина за пределы плечики. Вот, и у нас уже будет 1-4. Обновление рейдов будет буквально через 4 дня. И в надежде, что мы выбьем в Каражане это голову или же кисти. Ну, также будем в свободное время бегать по РБКшкам, потому что вот мы побегали, это все купается. То есть купить Т4 шмот — это будет приятно. То не в курсах, где покупается, в Даларане, подходите на площади Руноплета, вот тут есть NPC забытый. И тут есть у него необычный комплект предметов. И вот он шмот, это Т4 шмот. То есть у вас получается плечи и кисти по 200 жетонов воина за пределы, голова, грудь и ноги по 280. Печать пустоты — это, опять же, за печать пустоты вы улучшаете Т4. Она у вас будет 245, а потом покупаете печать, делаете до 260. Но в этот раз мы решили купить плечи. Сколько мы фармили, божечки. Одна первая Т4 есть. Первая Т4 есть. Сразу же активируем ее и выбираем. Так, подождите-ка, почему нету выбора у меня? Почему нету выбора? Открываем, ладно, должен быть выбор на кого, на танка, на хила или на ДД. Вот. Выбираем на защиту, активируем. Отлично. Сразу же одеваем, 245-я Т4 шмотка у нас имеется. Это всяко лучше нашей Т9. Одеваем ее. Думаю, что в следующей части мы себе сделаем ноги. Ноги себе сделаем и воткнем туда камушки. Но уже первая Т4 есть, это отлично. Дальше больше. Это классно, это великолепно. Дальше больше. Повторю то, что следующий этап — это у нас пойти в Каражан. Также швыбить там голову или кисти. И до этого времени, пока будет обновление рейдов, копить также жетоны воина за пределы, чтобы купить какую-нибудь еще одну, точнее, Т4 шмотку. Так что на этом все. Всем спасибо. Всем огромнейшее спасибо за лайкусы, за вашу поддержку. Надеюсь, вам понравилось и вы зайдете к нам снова. Всегда лайк, подписка, колокольчик всегда приветствуется. Всем добра и позитива. Никогда не ругайтесь, будьте добрее. Пти, пока.